Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели встречу в Анкаре, в ходе которой обсудили широкий круг вопросов. В частности, речь шла о борьбе с терроризмом, о ситуации на Кипре, о сирийском урегулировании и о торговых отношениях двух стран после Брексита. Мы стремимся к иной концепции сотрудничества между Турцией и силами международной коалиции в Сирии. Помимо этого, мы обсуждали, какие шаги могли бы предпринять Великобритания, Греция и Турция в отношении ситуации на Кипре. У нас была возможность рассмотреть все эти вопросы. Мы договорились о создании совместной рабочей группы для подготовки основы наших будущих торговых отношений после Брексита. Таким образом, мы обсудили сегодня довольно широкий спектр вопросов. В ходе визита Тереза Мэй посетила мавзолей Ататюрка, основателя Турецкой Республики, а также провела встречу с премьер-министром страны. Анкара и Великобритания поставили цель довести обоюдный торговый оборот с 15,5 до 20 миллиардов долларов в год.